Итак, друзья, всем привет! С вами студия «Автозвук» и «Дистейл Аудио». И сегодня у нас обзор новинки от компании АЦВ. Процессорные магнитолы ADX905BM. Обзор будет быстрый, сумбурный, все как вы любите. Только факты. Четко, понятно. Мы не будем мучить вас техническими особенностями. То есть это обзор из серии «Первое впечатление», «Краткий рассказ», «Комплектация» и так далее. Итак, у нас есть процессорная магнитола. Вот этот вот значок Hi-Res Audio говорит о том, что данный аппарат прошел сертификацию и может поддерживать соединение по Bluetooth по протоколу APTX HD. Я уже это проверил, это уже действительно так. На Android с APTX он его видит без проблем. Звук передает отлично. Задержек по звуку, если мы смотрим, например, фильм, тоже нет, что в целом уже очень хорошо. Итак, что мы имеем? В магнитоле стандартный ISO разъем, разъем питания, разъем акустический встроенного усилителя. Также у нас на борту три пары линейных выходов, которые абсолютно спокойно регулируются все. У магнитолы есть свое приложение, которое вы можете скачать в App Store или в Google Play для более тонкой и точной настройки акустической системы. Также в самой магнитоле вполне понятный интуитивный интерфейс настройки. То есть вы можете без проблем, используя как 2-way, так и 3-way режиме, настроить свою систему. В данном случае мы поставили эту магнитолу в нашу техничку, это ГАЗ «Соболь». Как многие знают, данный автомобиль не имеет АЦЦ, поэтому вы можете просто зажать эти кнопки, выключить магнитолу принудительно. В таком режиме через какое-то время магнитола практически ничего не потребляет, то есть за период времени она не высадит вам аккумулятор. Также в комплекте есть пульт. Я честно скажу, я понятия не имею, для чего однодиновые магнитолы комплектуются пультами, когда есть вполне понятная удобная крутилка, есть энкодер громкости. Поэтому пусть до свидания. Значит, на борту USB, можете использовать его, что, с помощью него слушать музыку через USB флешку, также заряжать мобильный телефон. Через этот вход вы не сможете послушать музыку с айфона через лайтинг. Эта магнитола этого не умеет. Но при ее цене функционал у нее вполне себе очень даже ничего. Внешне она выглядит нормально. Ну, кнопки, друзья, как и у всех магнитол в целом за такую цену, ничем примечательным не выделяются. Но она вполне имеет место быть, она может разрулить систему, вы можете без проблем слушать через нее музыку, заряжать телефон, и даже в технической машине с нормальной, хорошей акустической системой отстроить ее так, чтобы было приятно слушать. В общем, Dystyle Audio рекомендует, можете смело брать, покупать, использовать в своих автомобилях. Ничего какого-то глобального, критичного, там, каких-то косяков в магнитоле мы не нашли. Все работает, все играет, все замечательно. Компания АЦВ получился вполне себе вменяемый, хороший продукт. Так что всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Давайте немножко послушаем. В общем, как-то так. Всем пока, друзья.